Неприятным сюрпризом для учителей республики стала начисленная зарплата за март. Она была меньше, чем за февраль. Сразу пошли слухи, заработную плату понизили. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования. Зарплату не понижали и понижать не будут, сразу категорично заявили в Министерстве образования. Однако действительно, сумма в расчетках педагогов общего образования за март оказалась ниже, чем в предыдущем месяце. И дело вот в чем. В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации у нас есть показатели. И один из основных показателей – это средняя заработная плата в школьном образовании должна быть 100%. От средней зарплаты в Чувашии, в субъектах Российской Федерации. Мы этого показателя достигли еще в 2013 году. В нынешнем году этот принцип никто не отменял. Более того, заработную плату педагогическим работникам начисляли, можно сказать, с запасом. Не 100% от средней по экономике, а больше. В январе 109,8% – это чуть более 21 500 рублей. В феврале 111,1%. В переводе на деньги более 21 800 рублей. В марте учителя получили меньше, потому что запас по процентам снизился. От средней зарплаты по экономике сумма составила 104%, то есть чуть более 20 400 рублей. То, что сумма с каждым месяцем будет все ниже, можно не бояться, отметили специалисты. Однако и расти в ближайшее время она не будет, а сохранится на уровне марта. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика.